Всех приветствую на своем канале. Сегодня суббота, предпоследний день Масленицы. Я готовлю блины на кефире. Очень вкусные, попробуйте, вам очень понравится. Вот так они выглядят. Я сегодня сделала их с вареным сердцем, перекрутила с луком и начинила их фаршем таким. Очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал, заходите, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Мне очень будет приятно. Приступим к приготовлению блинов. Для приготовления блинов на кефире нам понадобится пол-литра кефира и пол чайной ложки соды. Это для начала, для того, чтобы сода погасилась в кефире. Мы наливаем пол-литра кефира в чашу. Добавляем пол чайной ложки соды, размешиваем это и оставляем на 3-5 минут, пусть постоит. И потом продолжим. Прошло 3 минуты. Видите, чуть-чуть как бы поднялся кефир. Это сода вступила в реакцию с ним. Поэтому в это время можно уже отправлять остальные ингредиенты. Здесь у меня столовая ложка сахара и такая хорошенькая щепотка соли. Сахар и соль вы можете добавлять по вкусу. Перемешиваем. И сюда же добавляем 2 яйца. Яйца мытые и насухо протертые. Вот так вот, 2 яйца. Все опять перемешиваем хорошенечко. И будем добавлять муку. Муку мы будем добавлять такое количество, чтобы наша масса была густая, как густая сметана. Вот так все перемешали. Теперь добавляем муку. Муку обязательно просеивайте. Обогащайте ее кислородом. Ну, еще чуть-чуть я добавлю. Вот так, смотрите, вот когда начинаете мешать, оно должно быть таким густеньким, тесто. Почему? Потому что сейчас будем добавлять сюда кипяток, водичку, кипяток. Сейчас перемешивайте так, чтобы не было комочков. Вот, видите, какая? Я еще чуть-чуть добавлю. Вот так вот. Вот так. И перемешивайте. Хорошенечко смешали, чтобы не было комочков. Тесто будет гладенькое. Вот. И сейчас сюда добавим водичку кипяченую. Так, сейчас мы добавляем растительного масла. Столовую ложку. Можно парочку. 2 столовых ложки, размешали и начинаем добавлять кипяток. Кипятка у меня вот 200 миллилитров, но я буду смотреть по густоте. Вот так вот смотрю, вливаю, сколько у меня уйдет, чтобы тесто было не очень редкое. Если оно у вас редкое, вы начинаете жарить, не волнуйтесь, чуть-чуть добавьте муки, буквально столовую ложку. Перемешайте хорошо, чтобы была гладкая масса. И начинайте выпекать. Ну, я думаю, у меня достаточно воды. Думаю, ушло воды где-то грамм 150 кипятка. Все, вот так перемешали. Тесту даю буквально 10 минут постоять. Больше не надо. Ну, максимум 15. Почему? Потому что на кефире они становятся густоватые. Их надо готовить сразу, ну, через 15 минут. Потому что я вот оставляла где-то часа на 3. Очень погустело тесто. Мне пришлось еще разбавлять его водой кипяченой. Ну, кипятком, то есть. Все. Вот, достаточно. Все перемешала и оставила на 10-15 минут. Плита разогрелась. Поставила я блинную сковородку, чтобы она нагревалась. Хорошо она нагреется. На первый блин всегда немножечко добавляем масла растительного. Лишь бы смазать сковородочку. Это первый блин. Потом необходимости этой нет, потому что в тесте есть растительное масло. Все сейчас смазываем. Посмотрим сейчас, насколько они будут хорошо отходить и тонкие. Здесь я
растопила сливочное масло и буду смазывать уже испеченные блинчики сливочным маслом. Так, сейчас вот пойдет первый блин. Тесто, видите, вот так оно постояло 15 минут. И сейчас первый блин буду пробовать жарить. Вот так вот. Так, посмотрим, какой будет блинчик сейчас. Если он будет плохо сниматься, не в смысле, они отходят очень хорошо, но они настолько нежные, что бывает сложновато их переворачивать. Значит, абсолютно чуть-чуть, буквально там столовую, 2 столовые ложечки добавить муки. Абсолютно немножко. Но я сейчас посмотрю, как это будет. Поэтому будет видно уже, если достаточно здесь муки, значит, они будут нормально отходить. То есть не рваться, я это хочу сказать. Так к сковороде они не пристают, конечно. Но именно от нежности они могут рваться, когда начинаешь их переворачивать. Ну, сейчас посмотрим. Не очень у меня нагрелась сковородочка. Поэтому нужно было чуть-чуть еще дать времени. Ну, сейчас посмотрим, поджарится блинчик. И посмотрим, насколько, как он будет переворачиваться. Так, сейчас я буду переворачивать его. Вот так. Легко и просто. Подрумянился он. Перевернулся чудесно. Значит, ничего добавлять не нужно. Все, сейчас на тарелочку. И сразу обмажу маслом и следующий. И так буду выпекать все блинчики. Ну, сейчас еще один налью, покажу вам. Сегодня я хочу начинить их сердце. Я купила свиное небольшое. Я его перекручу на мясорубочке, добавлю лук туда, чуть-чуть бульончика, в котором варилось сердечко, и заверну блинчики. Будут блинчики с начинкой в сердечке, с сердцем, то есть фарш из сердца. Ну все, поджарился блинчик. Вот так вот я его мажу маслом. Вот так вот. И следующий наливаю. Сковорода уже хорошо разогрелась, масло не нужно мне, поэтому... Так, сейчас посмотрим, как этот поджарится быстрее, потому что сковорода уже очень хорошо нагрелась. Блинчики нежные получаются, вкусные. Приготовьте. Сегодня суббота, предпоследний день масленицы. Я на этой неделе делала и классические обычные на молоке, и творожное тесто. Творожное тесто очень мне понравились, блинчики вкусные. Сейчас вот на кефире. Превеликое множество рецептов блинчиков, каких только угодно, на чем только не делают их. Поэтому сейчас они такие нежные. Вот так раз, все. Вот теперь можно прикрутить немножко на одну единичку плиту. Все, и так буду выпекать все блинчики. Вот я вам покажу блинчик, какой он нежный. Очень нежные блины и очень вкусные. Просто супер, фантастика. Блинчики готовы. Сейчас я их буду начинять. Перекрутила сердце. Свиное вареное с луком, обжарила, чуть добавила бульончика немножко и буду начинять блинчики. Будут очень вкусные, запах такой вкусный, просто супер вкуснота. Если останутся, не хватит фарша, значит, можно с чем-то сладеньким покушать.
или просто со сметаной. Блинчики получаются не сладкие, поэтому если вы хотите, чтобы они были сладкие, добавьте не одну столовую ложку сахара, а две. Вот так вот.